Привет, друзья! Хотела сегодня снять такое небольшое, коротенькое видео. Показать, как бы вот, ну, начальный итог своей работы. Когда очень приятно, когда вот что-то получается. Где-то с месяц, ну, около месяца, меньше месяца, я черенковала сирийские гибискусы. И вот сегодня я их рассаживаю. Хочу вам сейчас показать, какие они дали корешки. Укореняю я с обычным корневином. Земля – это торф с вермикулитом. Вот сейчас я вам покажу, что получается из моего черенкования. Вот посмотрите, это я вытащила череночки. Вот они у меня сидели здесь вот дружной кучкой в этом горшке. Здесь до половины торф. Потом я сажала вот эти черенки, опушенные в корневине, и закрывала клееночкой. И вот это вот стояло у меня в теплице. Иногда поливала, иногда опрыскивала. Ну, что земля должна была быть всегда влажной. И вот я сегодня посмотрела. Результат уже виден. Я думаю, это хороший результат. И сейчас я их буду пересаживать вот в стаканчики, в такие, чтобы они немножечко там еще дорастали. Потом, когда уже я увижу, что стаканчик им маленький, я их пересажу в большие горшочки, в которых они уйдут в зиму. Вот такой первый итог моей работы. Уже конечный результат будет, когда они будут сидеть в открытом грунте и цвести. И радовать меня цветами. Вот так. Вот такие мои красавцы отправляются на доращивание в затененное место.